понравился больше. Я не уверен, что фильм будет хороший, вообще нисколечки, но я думаю, нынешняя современная молодежь точно схавает. И я тоже схожу обязательно на этот фильм в кинотеатре, потому что я думаю, что ну что-то интересное, может, там увижу. Но мне кажется, что будет просто повторение, такой ремейк второй части с какими-то новыми фишками. Ну, особых надежд не возлагаю на этот фильм. Ну, типа, про «Звездные войны» я особо ничего говорить не буду, потому что я не являюсь поклонником этой серии. Я вообще понял, что я...